Спортивный фестиваль скандинавской ходьбы для участников клуба «Активное долголетие» прошел в парке Раздолье. Активисты Одинцовского отделения «Единой России» поддержали мероприятие в рамках партийных проектов «Одинцовская спортивная семья» и «Старшее поколение». Сегодня членами клуба «Активное долголетие» являются жители Барвихи, Кубинки, Дубков, Звенигорода и Одинцова. Клуб объединяет всех активных жителей, мероприятия сообщества очень интересные и востребованные, подчеркнула помощник депутата Мособлдумы от «Единой России» Лариса Лазутиной Лариса Белоусова.